Всем добрый день. Показываю новое поступление кожи в магазине. Тонкая одежная, коричневого цвета, мягкая, овчина, с хромового дубления с покрытием. Цвет такой темный, кофе с молоком, я бы его назвала так. В наличии у меня 4 шкуры. Так. Пытаюсь сфокусировать. Значит, кожа гладкая. Зернистости я у нее практически не вижу. Ровненькая. Цвет относительно карандашей, как я уже сказала, кофе с молоком. Такой мягко-коричневый, я его называю. Спокойный такой цвет. Обратная сторона бахтарма выражена, есть. Вот, есть более гладкие места, есть немножко как бы с помятостями. Площадь шкур 7,9 футов. 8,8. Еще одна шкура. Здесь тоже 8,8. Вот стоит маркировка 9,2, но рукой подписано 8,8. Возможно, может, ее отрезали, не знаю. То есть 8,8 считаем, да? Здесь тоже 7,9 стоит маркировка. И вот фабричная 11. Скорее всего, уже что-то отрезали. Может быть, 7,9 считаем. Вот наш прибор. Смотрим на толщину. Толщину показывает 0,9-0,8. Но помним, что шкура может в центре быть чуть тоньше, поскольку когда снимают, с краев бывает то толще, уже потом дальше идет все ровненько. Значит, есть на коже повреждения. Сейчас все показывать не буду, но какие-то вот есть мелкие дырочки. Вот здесь, допустим, я вижу. Вот. Значит, какие-то с краев есть замятости, но все это, в принципе, выравнивается. Здесь вот есть какая-то шершавость с одной стороны. Ну, говорит о том, что это как бы выбраковка, наверное, уже была. Вот тут еще какие-то дырочки есть. То есть, если хорошему мастеру это, конечно, не помешает, все это вырезается, обрезается. Вот. Цену спрашивайте в магазинах. Я выставляю на etsy.com ярмарки мастеров. В инстаграме продаю, общаюсь с людьми. И можно написать под видео. Значит, всего у меня 4 шкуры. Еще раз говорю, подходит она для одежды. По площади, если все 4 шкуры забирать, вполне хватает на курточку любого размера. До эльки, мне кажется, спокойно женскую куртку. Вот, если делать с нее работу, она прекрасно подойдет на отделку. Для сумок тонковатая, мягкость у нее хорошая. Вот очень прям такая, видите, мелкая складка идет. Всегда определяем по складкам очень много информации. Если вы никогда с кожей не работали, да, вот можно всегда на фотографиях смотреть на то, как ведут себя края. Насколько они, ну, так скажем, помяты, зажамканы, да? То есть я говорю не о фабричных складках, а о том, как кожа восстанавливается после смятия. То есть это достаточно тонкая кожа. Вот такая, жесткую вы так никогда не сомнете. Вот. Ну, это все прекрасно разглаживается. То есть в работе эта складка спокойно уходит. Вот. Что еще можно сказать? Спрашивайте в магазинах. То есть площадь здесь я вижу, что полноценная. То есть фут, скорее всего, считали 30 на 30. Шкурки большие. Вот. Ну что, пожалуй, что и все. Бахтарма вот такая поярче. Поставка июль 2019. В наличии у меня только это. Докупить нельзя. Нет больше ее на складах. Цвета вот показываю издалека. Все, кому интересно, спрашивайте. Все, всем пока.